я их найду, я просто буду допоздна. На 5 минут спустишься, а? Не уснешь? Подожди, а я тебе чуть-чуть, у меня водочки есть в машине, подожди. Ну там чуть-чуть, а там капель, там от дороги. Ну потом, там капель у меня на рюмочку, на две. Потом разберемся, ты меня только встреть, я чтоб не ходила по шлепите. Давай, мы машину припаркуем, чтобы я не нервничала. Все, давай, Сереж, не усни, держи телефон. Но это не сейчас, может быть, к 12, может, в первом часу. Слышь? Телефон у меня все время под... Давай, я не сейчас, ну через часа два попой, давай. Давай. Ну нахрен, меня сегодня встречает сосед, я ему там это... Зачем мне надо ходить? Я не люблю ночку. Нет, ну правильно. Знаешь, почему? Из-за машины. Мне я ее пофигу, где швырнуть, просто идти потом неохота. Ну да. Ну нахрена такое время, Тань? Да нет. А я спокойно, он меня поднял, что ему дашь 130, 150 рублей. То вот, ну, то есть я вот тупо, ну, хороший дядька-то, жалко его. Mm-hmm. Спокойно. Потому что тебя-то я к подъезду подвезу, зашла, вышла. Mm-hmm. Было бы, если у меня место свое там ставить. Ночь. Сейчас видела, показывают, в лифте бабу убили. Да? Ой, где знаешь, это показывают бабу в лифте? Во времени, вон, девки, слышали? Да. Конечно, знаешь, после этого она орет, помоги. Это, знаешь, мне аж неприятно слушать было. Знаешь, как было? Да. Куда мне это расставить? В лифте бабу? Знаешь, как было? Как? Она едет в этом. Вот показывали передачу, ну, во время, по-первых. Лифтерша говорит, как вы с этим жить будете? Она в лифт садится, нажимает на диспетчерскую. Там, ну, типа, был мужчина тоже, ну, кавказском, ну, какой-то не русский. Она вроде, ну, не знаю. И она говорит, помогите. Она говорит, ну что, вам вызывать помощь или не вызывать? Она говорит, помогите. Она говорит, забери у меня все, что хочешь. В итоге он ее убивает. А ей говорят этой, которая диспетчер, вас же просили, говорит, вы бы если вызвали бы, вот все да. Это длилось минут 10. Мы могли бы вызвать милицию, либо ну сказать, да, вызываю. А вы при нем говорите, ну вызывать, слушайте. Ой, мне не до этого, мне с другой стороны, типа там спрашивают что-то, отмазываться. И мужик правильно сказал, вы, говорит, как с этим жить-то будете? Вы хотя бы попытку бы сделали бы. То есть, да, что ж вы профукали этот момент? И вот это все показывает, вот смотри в интернете, вот это все показывается, что баба говорит, пожалуйста, заберите у меня все. Ну, то есть боится, он, видно, нож пристроил, не дай бог. Ну да, и заберите все, снимайте все. А он нифига, его поймали потом, ну что толк-то? Ну что толк? А человека нету. И знаешь, как это неприятно было все слушать? И они говорят, мы хотим теперь сейчас эту посадить вахтеру, ну вот эту, я тоже теперь думаю, в лифт посадить. Ну ходить, ты знаешь, это дело случая, Тань. Так неприятно прям? Да. Страшно, какой... неприятно. Нет, Таня говорит, куда? Мы с Энджи едем... Прогуляться. Энджи говорит... Сидеть целый день. Целый день дома сидели, пыхтели. Да, пыхтели в квартире. Нет, вообще, представляешь, я в Туапсе выхожу, и целый день до часу ночи мы по улице бродим. Я в свежим воздухом дышу. А ну, здесь да, надо в квартире сидеть с батареями. В метро едем. Мы пройдемся, хотя бы там время себе убьем. Ну да, сейчас там... У тебя есть карточка в метро? Нет? У меня ну, есть, не у меня есть. А, ну ты с собой взяла? Да, я просто думала, тебе хочешь на телефоне тоже скрин, да? Ну и если что? У тебя нет карточки, ты будешь сейчас модно по телефону, вот у тебя фотографии, я всем сниму. Если у тебя давай, нету, нету, я нету. Тебе, я тебе сейчас перешлю. Да? Да, а и ты ее сделай фотографии, я тебя научу как. Ну ты давай. Ты ее сделай, чтобы они фотографии, я Виталику всем своим сделаю. Да? Они же как-то у меня от работы, от отцовской ее это. То есть я могу телефон да, прикладывать? Да, просто прикладывай на кассе, когда, и когда, как в метро, да. Все, только фотографии не удаляй. А как мне сделать? Сейчас я тебе покажу, если подожди. Сейчас, стой. Энджи за рулем. Не, ну потом, давай, не отвлекайся. Я не отвлекалась. А то на мосту сейчас улетим с моста. Да нет, ну что ты? Ну вот только немножко не в зеркало, но вот так, да, мне делай. Слушай, когда мы с тобой на пыжике будем развещать? Да в любое время, ты же сама лечишься, уже давно там. О, Аша! Аша. Ашан. Приеду, сделаю. Ашан. А мне домой, а сейчас сидели в квартире, она мне... Ну иди, ага. Ну, в общем, ты не берешь белые тапки. Подожди, сейчас я не... Дай... Белые тапки ты не берешь. Или ты на один день возьмешь, послушай, как он себя ведет с собачкой. Может, собачка твоя обрадуется, будет рада. Да, она так обрадуется, я сейчас за собачку не знаю.
Что, обрадуется? Ни хрена не обрадуется, она ревнивая. Она будет, она спокойна, но ревнивая. А что она будет, грызть его? Да нет, грызть у нее зубов нету, но будет... Я боюсь, чтобы она сама не померла от страха? Да, не от страха, а от вот ревности. Сейчас зеркало подлежит. От ревности, она же одна. Вот мне как от тебя удобно отсюда, чтобы не через метро, не через пробки, понимаешь? Вот ты мне когда говоришь кого-то, ну вот раз, ну, вот я и тут, на Шелепихе, конечно. 5 минут мне. Вот так я езжу, и так же к тебе. Мне ехать 10 минут. А тут у тебя метро. А вот как вот к метро, а отсюда не знаешь, как к метро, чтобы мне... Отсюда нельзя, к метро. Знаю, можно. Как нельзя, можно. Как на поворот. Я не потеряла дорожку. Давай музыку включай. Слушай, а глобус до каких? Хорошая песня стоит. Какая? А, блин, ты не знаешь. А я не знаю такой. Поехала домой, она живет на УДНХ. Ну, конечно, ей ехать-то, это не мы. В метро качество продуктов хорошее пишут. Ну, не знаю, ну там просто мне сейчас не очень-то интересно. Нет, а получается там дороже, чем в Ашане. Ну да. Я люблю глобус, уже мне стал нравиться, потом вообще на Дорогомилском. Что-то зрителей меньше стало. Ну, конечно, там покушать так лучше, чем здесь просто. А вы куда? Он же говорит, надо в метро ехать, метро. Потом будем спать. Потом будем Дом 2 смотреть. Спать пошли некоторые. А, шкатулку нашла. Слушайте, я не рассказала. Я нашла шкатулку, нашла там и золотишко, и серебришко. Все в разных местах. Потом нашла Маринин, когда она уезжала на Сейшелы, нашла ее кольцо вот это за 1 000 000. Я думала, он там, да, нашла кольцо. И что-то на этом кольце, ты знаешь что? Чего? На этом кольце нет никакой пробы. Вроде бы рубин с бриллиантами, никакой пробы нет. Это если она, значит, в Эмиратах каких-то они не ставят. Нет, ей наградили на Доме 2, и говорят, 1 000 000 стоит 300 кольцо. А на этом кольце нет никакой пробы. Может быть, Марину обманули? Ну, они сейчас так вот цены, надо это делать в этом. Как? Сейчас ты понимаешь, что сейчас рубины и бриллианты, это не которые раньше, сейчас рубины, нет, вьетнамские, арабские, нет, смотри, эмиратские. Рубины и бриллианты. И на Доме 2 сказали, что цена этого кольца 1 300 000 или 1 200 000. У меня вот это зеленое. А нету этого пробы. Самое, пробы нету. Вот я не знаю, мое вот это зеленое. Пробы нету. Но оно это... Пробы нету. И вот Марина кольцо, и вдруг я свое кольцо с бриллиантом, у меня его нет. Я расстроилась. А, я же вам рассказывала, да? Нет кольца, нет кольца. Туда-сюда, туда-сюда. Нет кольца с бриллиантом. Я сама себе его покупала. Никакой мне мужчина не дарил. Я сама себе купила кольцо с бриллиантом. Вот. И его нет. И ты знаешь, думаю, черт матери, где же нет кольца, нет кольца. А потом вспомнила, что я его давала Марине поносить. Она как-то оделась, я говорю, Марина, смотри, как хорошо кольцо, оно под лампами будет хорошо, возьми. Она говорит, да не надо, я говорю, ну посмотри. И что, не можешь найти? Нет, я его навязала ей. Ну? Но Марина без конца, то с Сейшелы, то с Сейшелов, то из этой комнаты, то из этой. Я ей не звонила, но Марина немножко, как бы сказать, может, ну, прозабыться, потерять может, она не так охраняет вещи там. То она куда-то к Тате сдает, то она в кладовку сдает, то она, как бы сказать, на Сейшелы едет, то она туда перекидывает свои вещи. И там мое кольцо с бриллиантом. И я хочу ей позвонить и сказать,
Но если он скажет, ты мне никакое кольцо не давала, но я вспомнила это, что я ей, да, отдавала. Вот, но ты не... что, не знала, что у тебя метро вот здесь около тебя? Нет, я знала, что метро, мы туда не ходим. Ну, почему? Ну, у нас рядом. Ну да, у вас рядом. И вот я выезжаю прямо вот здесь вот у тебя, ой, у себя, вот. Все там подвод. Смотрите, как красиво. А здесь опять к тебе. Смотрите, как красиво. Вот, и, о, смотри, как красиво. И ты знаешь, я не знаю, я даже не хочу. Вдруг она скажет, какое кольцо ты мне не отдал? Я сто пудов помню, это, что я кольцо отдавала ей, говорила, бери, бери. Но кольцо, значит, оно, ну, нельзя сказать, что большой бриллиант, но большой бриллиант. Вот, я покупала тогда. Вот, себе сама подарок сделала. Выплачивала за него деньги. Вот, а у Марины, я вам покажу в перископе, вам покажу, что, может быть, они просто так рубин и как бы бриллиантами обсыпан. Ребята, никакой пробы там нет. Должна быть проба. Я не знаю, может быть, модно без пробы, без всякой, я не знаю. Никакой пробы там нет. Может быть, вообще 20 рублей стоит такое кольцо. Катаемся. Ну, сейчас в метро зайдем, время немножко. Нет, я Марине хочу позвонить и сказать, Мариночка, ты мое кольцо с бриллиантами, я ей отдавала. Я вспомнила, я вчера 3:30 ночи все коробочки перерыла, все пересмотрела, моего кольца нет. И я вспомнила, что когда она что-то такое одевалась, я говорю, Марин, давай мое колечко вот на этот палец, смотри, как красиво тебе будет. Она не хотела его брать. Я ей навязала сама, она хотела. Потом ты еще как-то... про кольцо, я думаю, ты что думаешь? Нет, я у нее спросила, она говорит, все в порядке, все в порядке. Потом она с Ишель уехала, теперь она не носит его, не заикается. Она как-то кольца не очень любит, Марина. Я люблю кольца, я люблю браслеты, я вообще как цыганка все люблю, и цепи люблю, вообще все люблю. Блестящие. Конечно, если бы моя воля была, я бы только бриллианты носила. Но воли моей нет такой. Давай, колечко скупим. Джаз. Вы услышите джаз. Сегодня, Таня, увезу тебя в ночлег, мы куда-нибудь уедем, в Конаково поедем, нахуй. Берем собаку, пиздец Саша нам сделает. Мы скажем, ку-ку. И Сашу застукаем там. С кем нам стук, Саша, скажи. И Сашу застукаем не, там. А Саша просто лежит с какой-нибудь там бабенкой прям толстой. Смотри, как у нас собирать так, вот так вот, чистые. Сколько, будем 2 недели, будем ехать в Конаково? На недельку, до второго. Мы с Танькой уедем в Конаково. Кто? Ауди? Марина купила Мерседес. У меня Запорожец. ЗИЛ. Ой, не ЗИЛ. Марина купила Мерседес. Мой Пыжик назад мне вернулся. Пыжик стоит. Энджи говорит, давай пойдем поедем на Пыжике. А дело дошло. Я говорю, пойдем со мной по опять Пыжику. Нет, а Энджи говорит, хер ли я с тобой поеду, ты сейчас меня в столб врежешь. А мне-то что, твоя машина, мне-то вот по пизденке. Нет. Но мы с тобой поедем кататься на Пыжике. Ну, когда, Таня, да. Я хочу, чтобы ты взяла нас и до Поличихи, как ты говоришь, и доехала, не, когда научишься. Сначала Постригино вспомни, нет, ну потом вспомни, на какие педали нажимать. 70 лет я тебя сколько, Слушай, сначала будешь у меня парковаться. Сначала Постригино покатаемся. Да, нет, сначала будешь парковаться на парковаться, одном месте. Парковаться, я еще в Конаково парковалась, ну, по полям. Вот потом будешь Постригино, а потом сядешь со мной, поедешь на Шелепихе. А, на Шелепихе. Шмитовский Шелепихе. Там вообще в аварию попадешь. Я только могу по полям и по кочкам. Хорошо, никому нет по магазинам. Вот, это вот смотри, а мне там и из моего перископа Инстаграм какой-то мужик сказал, я тебе в 2 счета, пойдем. А что, когда я сказала, приезжай, давай поездим, он сразу сдулся. Подожди, я тебе сейчас пришлю вот такую вот фотку. Пока не выключай, пока болтаю сейчас. Айпад, да, надо Ромке айпад забрать. Айпад забрать у Ромки. А Ромка. Мы его сделали, ты уже опять нет, отдала? А Ромка. Мы его сделали, поставили это, да, сломанное. Да. А Марина говорит, мы на Сейшелы поедем, дай Ромочке, он там фильмы будет смотреть. На Сейшелы приехали, мне не отдали. Сейчас по-новому на Сейшелы съездили, опять не отдали. Вообще. Я
Ну и все, пипец. Ты, а у тебя что делать? Ты все равно сделаешь по-своему. А, вот Давидол. А, это девушка звонила, которая в Строгино хотела приехать. Она говорит, я тебя научу два счета ездить. Ну, посмотрим, да. Не отвечай. Смотри, я тебе прислала. Ты мне прислала? Куда? Сюда? Да как мне выставить? Мне кажется, надо твою карточку сфотографировать, ввести вот, ее карточку. Вот, я тебе и на тот номер, и на тот. Я нет, не а знаю. Как они вводят карточки, вот эти вот? Вот, смотри, обычные. Я тебе, почему у тебя нет? Я тебе везде переслала. На два телефона. Таня, а, ты не вот, сможешь вот, за меня? Фото. Смогу. Фото. Они у тебя не удалили. Мяу. Пошли, мяу. Мяу. Тебя не ты вообще собираетесь? Пойдем. Нет, вы знаете, что это, какое дело? Мне купил... знаете, на Доме 2 разделение есть. Вторник и четверг. Вторник и четверг ведет Первый канал. Первый канал. И Первый канал мне купил билеты туда и обратно. А я ни хрена никуда не поехала. Я сдала билеты. И пришла на шоу уже Дома 2. И Первый канал. Какого черта? Мы оплачиваем ей билет, а Первый канал пользуется. У них. О, привет, привет. Во, народ, смотрите. Ну, давай. Давай, иди сюда. Вот, смотри, вот они наши москвичи. Вот, смотрите, инстаграмщики, смотрите. Вон какие женихи-то, да? Ну, они все заняты, видишь, девушками с какими красавицами. Вот, все в красных курсах. Где? Избёнка, да? Да, в избёнке? Да. С Хромой, что ли? Одна была. Одна? В избёнке? Да. А где это? Таллинская, 19. А, Таллинская здесь? Да. Слушайте, я же в Строгино живу, она даже ко мне не приехала. А ты мне вообще сказал, что она не приехала? Не, подожди, мы в Строгино живем, на Немской проезде. Что же она в избенке зашла, и матери даже не пришла, не позвонила? Точно она ходила? Так может, не она была-то? Да, мне кажется, она. Нет, не она, не может быть, ее ни одну не отпустят. А если бы уж она в Строгино была, то ее она бы, по крайней мере, хоть звонок сделала бы. Нет, это, наверное, не она. Тем более у них вчера конкурс. Кстати, «Чай года» конкурс. Я вчера там была, в воскресенье смотрите. Мне Черкасов сказала, что я была как вишенка на торте. Так что это... Посмотрите и скажете, мы эту тетку не знаем, за нас ее стыдно за нее. Нет, это, наверное, не Марина была, ребят. А я только говорю... Ты только говоришь, что ты нет, вишенка на... Нет, Черков, я только... Ты только сказал, никому нет, не говори. Нет, я только говорю, что Черкасов мне сказал. Так, вишенка... репетирую, я тебе и на тот телефон. Где второй телефон? А, второй телефон? Нет, это вряд ли Марина где была. Второй? Да нет, я тоже... Подожди, стой, они могут не пропустить да с камеры. Да просят, они не... Нет, но они подожди. Не видят, ты... я тогда сколько... Спрятать, спрятать, спрятать вот надо. Тогда. Спрятать надо, они могут... Скажут, какого черта наш я магазин... Это не камера, ты... Да, камера. Нет, подожди, давай, все равно спрячем, спрячем. Тихо, тихо, тихо. О, как красиво. Давай. Вот я тебе фото прислала. Фото прислала, ну. Вот, вот она. Ну, фото прислала. Вот я тебе прислала. Да. Вот, смотри. Да. Вот она. Да. Вот. Надо заходить, что ли? Вот так надо делать. Да нет, это значит, что это не работает. Нет, у тебя что-то не работает. Это работает все. Нифига, давай, у тебя не работает. Работает у меня 100 раз. Ну давай, давай. Просто вот тут надо горизонтально положить. Горизонтально. А, пониже вот. Надо было. Видишь, пониже, пониже. И мне тоже так же надо да. прикладывать. А это что-то ни к чему не работает. Не работает. Ладно, давай хоть здесь пропустим. Да давай. Мы пройдем, мне теперь интересно. Давай, а давай. Скажи, почему, другом не работает. Все, работает. А что здесь, просто так не войдешь, что ли? Что здесь, для избранных, что ли? Для бедных? По карте. По карте? От отцовской фирмы. А, по карте. А. Не покупаешь, а регистрируешь, не найдешь. Я знаю, знаю, у моего папы тоже есть. Ну, у моего папы тоже есть. Слушай, это знаешь что? Получается, что ты мне такую фотографию сбросила, я тоже могу ходить тебе. Ты так же на кассе им показываешь? Да? Даже если тут и третьим, они тебе... Если олень, телефон... олень, олень, олень. Смотри, если у тебя телефон большой, послушай меня. Олень, олень. Ой, какой красавец. Ну пошли, олень. Смотри, что будем? Дай просто так. Если у тебя телефон здоровый, вдруг когда не приедет, ты к ней туда подойдешь, к этому, она тебе такую штуку пропустит. Ну, давай, дай погуляем здесь. Смотри, уже все. Ну, правильно, к Новому году уже. К Новому году все.
Ой, елочка какая хорошая. Сосенка, сосенка. Нет, это вот, вот. Да, елочка такая дешевая. А, ну это вот эта дешевая, страшная. У меня вот такая. А, хорошая елочка. Ну, тоже хорошая. Вот седьмой, 10 тысяч стоит. У меня вот такой план. А, подожди, а здесь, ты видишь, Тань, 16 номер? Сейчас я рюкзак сзади. Ну вот сюда положи, я вот так скажу. Нет, нет, я сейчас, знаешь что, за плечи рюкзак, за плечи. А это вот сюда. Все, Ольга, ты от нас бежала, как черт от лады. Ой, как же девки ходят с распущенными волосами. Как же мне не нравится с распущенными волосами ходить. Они у меня везде мотаются, цепляются. Я вообще не люблю распущенные волосы. Ненавижу распущенные волосы. Они цепляются, за рюкзак цепляются, за все цепляются. Как девки все, как бобики на лицо накинут эти волосы свои. Три волосины, которые нарастили. Фу. А Истер тут? Ой. Истер нету. Нет, я их искала. Выходи. Я думала, она... Как бобики какие-то. Нет, правда, как бобики. На лицо эти волосы повесят, одни носы только торчат. О! Твой дом до каких работает? Твой дом? Поехали в твой дом. Почему? Посмотрим, потом в твой дом пойдем. Мне больше нравится. Я просто вот точно, я в твой дом потом пойду. Нет, смотри, как здесь хорошо. Сейчас отсюда быстренько, что-то в продукты смотреть. Нет, бобики. Понимаешь, как лицо должно быть молодое, открыто. Они, знаешь, как это, здесь волосы повесят, там волосы повесят. И прям как бобики из норы какой-то высматриваются. Бобики. Моя мама всегда говорила, убери волосы с лица. Молодое лицо надо показывать. А куда вот так вот? Сюда волосы попустят, и сюда. И все волосы, на спине волос нет, они вперед все хотят показать густоту волос. Все. И как бобики сидят, как бобики, как к собачке из конуры смотрят. Слушай, смотри-ка, интересно. Столько... Нет, смотри. Столько товара, и никого людей нет. У людей денег ни хрена нету. Да нет, вообще просто денег у людей нету на эту всю ерунду. На эту хрень денег нет. Что? Здесь уже скидки делать. Пойдем все посмотрим. А еще за вилочки. А, для крабов. Для раков. Для раков? Для раков. А, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Знаешь, что новые салфетки на стол, как у меня, только пробковые. 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 Пробки. Мы тогда Саш купили, но они уже старые. Красивые какой-нибудь расцветки есть здесь. А, вот, смотри. Вот это хорошее. Кстати, за мной должок. Когда мы жиробой были, и две женщины выиграли в жиробой, они за неделю похудели. И я обещала еще за мной должок. Одной из Екатеринбурга женщина, а первое место заняла, похудела. Надо долги отдавать, надо мне купить вот такую вот штуку, послать ей. Я купила, честно купила. И начались какие-то праздники, и я раздарила эти все большие коробки. 4 коробки купила награду. Как похудеть? Да, Алла Пугачева говорит, не жрать. Не жрать. Да что такое? Зачем такое? Мне нравится. Я хотела круглую, только побольше, интересно, в Икее. Она поинтереснее смотрится. Вот такую взяла. Ну вот сидишь, вижу, ну прикольно. Это просто тебе не прикалывает. Кто? Круглая прикалывает? Мне что-то принесло. А, вот такую.
Это метро, метро, метро. Так, а мы сейчас посудим? Ну, да, мы потом, ладно, ну давай. Пошли сейчас вот сюда еще, посмотрим, что у меня. Да. Нет, нет таких, которые на стол, вот эти вот пробковые, как у меня, не такие просто салфетки, а как пробковые. Понимаешь, как у меня те, только у меня уже некрасивые стали, и расцветка плохая, других не было. Ой, чуть телефон не упал. А это сколько стоит свечки? Свеча чайная. 149. Может, чайную свечу купить? 149. А? 149. А что в один день-то? Давай здесь походим и все. А что, свечки буду? Там у меня поклонник на дома 2. А сколько? Здесь 149 стоит. 149. Пойдем вот эти пробковые, я бы купила. Же, о, бутыль вина. 149 там написано. О, сисятник кто-то отбросил, смотри. Да, смотри, какой красивый сисятник-то. Смотри, как сисятник отбросили, так симпатично. Сиськин дом. Сиськин дом. Свеча, респект. Помните, у меня такой замок был, по-моему, крепость какая-то, Дагестан. Кто-то мне парень какой-то подарил своего. Вышел, мы с Сашей были, и он вышел тогда, спустился. Ой, я вас так обожаю, и спустился, нам подарок делал. Если туда свечки поставить, как будто в крепости, там горит. Я сегодня, может быть, вечером приду. О, какие красивые! Ух ты! Как приятно. Ух ты, какой хороший. Смотри-ка. Смотри, какой хороший. Слушай, какие хорошие. Смотри. Ой, мне смотри нравится. Например, одному члену семьи такой. Смотри, придумали. Смотри, как здорово придумали. Мне нравится. Я бы для Туапсе купила. О, смотри, какие. Слушай, придумали. Здорово. Он чеченец был тогда. И мне такой, вот я сегодня включу туда свечки и буду... там даже, между прочим, мы тогда сидели в ночных посиделках, это свечки сделали, и мы тогда начали Светикову там чистерить, еще других там чистерить. Там такой эфир, упад был. Там, наверное, вообще 15 тысяч народ смотрел нас. Когда мы стали всех там, кто-то, это, всех там чистерить, антиков там. Нет. Смотрите, какой хороший. Каждому члену семьи, поэтому одному такой цвет, другому такому, третьему одному желтенький, другой голубой, третий зеленый. Я не знаю, сегодня посиделки-то мы еще вон где ходим. У нас посиделки по ходульке. Я не знаю, когда я еще домой приду. Энджи сегодня в ударе по магазинам. Шалабондаться. Нет, а где же это? Левейшин. Ой, фу, надо расстегнуть пальто, жарко. В общем, мне понравились вот эти вот бокалы, вот эти вот для Туапсе, хорошо. Ой, господи, как мне не нравятся эти длинные волосы, когда они за рюкзак цапаются, тянутся, фу. Цапаются. Кто? Нет, салфетки пробковые. А ты видела здесь такие пробковые? А, ну как у меня дома. А вот смотри, железная сахарница. Мне нужно чайник типа твоего посмотреть. Ну, дорогая сахарница, да. 600 рублей дорого. Он дороже, там я хочу дешево. Он, знаешь, сколько стоит? Сколько? По 800, по 700, по 1000 с лишним, по 1500. Нифига себе. Давай посмотрим пробковые салфетки. Давай посмотрим. Ну, в общем, мне понравились такие прозрачные. Фу, я упарилась в пуховике.
Нет, я хотел пальто это летнее, а ты, говорит, пуховик, пуховик. Фу. На улице не холодно, не жарко. На улице. Сейчас, подожди. Ой. Вот, давай. Руку, руку, руку. Тележку. Фу, ой, жарко как. Ой, жарко как, мне платок. А все. Вот карман кладет. А, давай. Ой, с этими волосами. Мне под волосами жарко. Не везде жарко. Жарко. Что началось? Что у меня началось? Ой. Жарко нам. Мы женщины в возрасте, нам жарко. Мы горячие бабы. Мужчина не должен попадаться. Вы его порвете, как ты. Порвете. О, здорово у тебя получается, давай-ка. Правда? Ну-ка покажи. Да, давай не буду. Смотри, ну-ка давай. Давай. А правда? Че танцуй? Давай. Нет, ну ладно, сейчас здесь выгонят, выгонят. Дисконт, дисконт. По дешевке там. А, да, вот эти давай. Нет, нет, пробка, на пробковых. А что тебе такие? Тоже необычные на Новый год, смотри. Ну, тоже хорошие. Нет, на пробках, как у нас с Сашей дома, на пробках. Мы... Видишь, это все, знаешь, вот это все стол испортится. Нет, на пробках. Пробка? А, нету, поняла. На пробках. Нету. Они. Нет. А вот, смотри, это не на пробках. На пробках. Вот, может, пробка. Нет, не пробка. А, вот пробка, ну тоненькая. А, да, пробка тоненькая. Вот. Нет, это не пробка, на пробках. Ну, это, знаешь, очень пестрая такая пробка. Прям, знаешь, такое впечатление, вообще кашу потеряешь. Пестрая пробка. А это что за тазы такие купаться? Это уже нам куда-то. Вот. Смотри, кастрюля для Туапсе. Кастрюля для Туапсе. Помнишь, Тоська кислицына? Если я сам буду тебя не хватит. Помнишь, вот эта девчонка называется? А, да. Нет, давай. Я ее держать не могу. Ну, это подойти в кафе. Кстати, вот эту зачем я отдала? Ну, такая хрень была. Они такие дорогие там. Ковшик для Туапсе. Нина, я сломала мне ковшик. Пусть она и покупает. А что такое? А что такое? Яблоко с корицей. Яблоко с корицей. Ну-ка, подожди, что здесь такое? Коробочки. А, слышу, как здесь... Нет, давай все здесь погуляем. Давай здесь погуляем. Что нам сегодня в один день все? Давай здесь погуляем. Здесь тоже хорошо. Смотри, а что такое? Просто я не знаю, там не нужен. Термос, раз горяченько позади. Да, пузатый, много места занимать будет. Я же решила добавить жара. Вот чайники пошли, чайники. Ну нет этого кругленького, поэтому говорю, поехали в твой дом. Вот такой, вот только круглый. У меня вот эти есть всякие большие такие. Вот я хочу вот такой вот план. Вот из железа. Ой, интересное дело. Что-то я не вижу. А где у нас французский чайник? Не разбил ли Александра, пока меня здесь не было? У нас был дорогой французский чайник. Французский, вот такой вот, французский. Да, и что-то его нет. Ух ты, хорошая. Смотри, какая хорошая это кружка-то. Что-то я не могу. Пока меня здесь не было, французский вот такой вот это чайник дорогой. Вот такой вот, только французский с двойным дном. И что-то его здесь нет.
какой-то пузатый, дешевый. Вот такой вот, только 2500 вот такой вот стоил. Вообще французский, двойное дно, хорошее. И что-то я дома его не вижу, нифига. И сейчас я буду звонить, теперь кольцо мне надо, и чайник пропал. $260 одна чашка, да? Нет, хорошая, ну покажи. Ой, симпатичный, двойное дно, 260. Нет, 200. Слушай, 260, нормальная. Да, она будет тоже держаться. Да, хорошая. Нет, бери вот эту хорошую. Нет, бери хорошую. У меня просто дохера хороших, я так поиграюсь. Нет, приятная чашка-то. Стекло не лопнет? Не, не лопнет, не лопнет. Нет, чтобы не выбить. А где такие чашки-то? Ой, а вот это так смотрю. А это как у меня маленькая. Объем 360, а это, наверное, побольше объем. Это 300. А. Нет, это, наверное, та была большая, а ты маленькая. Это шире, вот это большая. А это, наверное, 409. 450, ну покажи. Вот, 450 нормальная. Да, куда она? Вот, 450, сколько она стоит? 400? 409, а зачем такой размер вот сам нормальный? О, хорошая. Кольцо. У Марины теперь надо золотое кольцо искать. Бриллиантом. Сейчас она как скажет, что... Ой, я не знаю, на Сейшелы уехали, не знаю, где это... Слушай, где же мой теперь французский чайник такой? Вот такого плана. Это должно быть, да? Вот это? Да. У всех, абсолютно у всех. Она не так делала. Я не то, что... А то я боюсь... Нет, подожди. Ты посмотри, цена какая. 259. Это точно 259? Я же сейчас такой штучки проверила. А что ты... Слушай. Да смотри, вот это... Хорошая, мне так понравилось. У нас такие две есть. Мне не надо, но очень хорошая. Очень хорошая. Ну там маленькая тысячка, а здесь большая. Это... Чашки. Ой, красивая. Вот это как-то поэлегантнее. Вот это полигантик. Это растопырка. Вот это полигантик. Ручка хорошая держать. Вот это хорошая. Ты берешь? Да. Ну я просто я не знаю, зачем она мне нужна. Да хорошая, бери. Ну, не то, что у меня просто свои, я привыкла к хорошей. Не, приятно, когда в стеклянной чашке пьешь. Ты такая легкая. Вон Ольга позавидовала нам. Не, она не лопнет. Я могу ее взять вообще, знаешь, за копейку. О, слушай, на Милану, на эту Милану похоже с этого. На Доме 2. На Доме 2 на Милану похоже. Не она ли случайно? Не, это другая. Здесь чашка с двойным дном. Пойдем. Нет, здесь чашка с двойным дном. Я покупал такие две чашки, 450 рублей. Ну, именно... Две. Вот я говорю, вход, я могу купить, у меня там бонусы. Нет. Слушай, мы даже все равно хорошие. Нет, 260. У меня там просто вроде фирменная, а это что за... А это что, не фирменная, это тоже фирменная. А что, мы в тряпочке пошли, оттуда уже ушли? Ну, давай. Телевизор. У меня в ванную телевизор. Я там должна лежать. Ой. Тряпочки. Слушай, сколько много всего и нет покупателей. Нифига себе, у людей денег ни хрена нету. Раньше, я жила в такое время, что у нас пустые прилавки были. У нас и денег не было, и прилавки пустые. Ничего не было. В общем, жизнь тяжела. А у Нелли в Сочи рядом магазин Моремол. Моремол. Мы туда бегаем, она рядом с Моремолом живет. Бутылки сдавали. Да, правильно, бутылки сдавали. Нет, раньше из-под молока бутылки сдавали. Ходили, просто бутылки сдавали. 10 рублей за бутылку. Сейчас говорят, знаешь, что колбаса на 30% подорожает.
А, нет, это другое покрывало, но тоже хорошее. О, нифига себе, 7 тысяч покрывало. Слушай, а в Туапсе отрывалась. Ой, а папе мои подарки понравились. И шапка, и это сидел. О, подушка. А сколько здесь подушки 40 на 40 стоят? Антистресс. Там я купила в Марлене 184 рубля. А здесь сколько? А тут 260. Да. А они в хосе 79. 79? А, беленькая хорошая подушка. 260, а в хосе 79 рублей. Да? Вот это хорошенькая беленькая подушка. Не в этом. 79? Да? А вот хорошенькая подушка. Вот это сколько? Вот это сколько подушка стоит? Надо смотреть. Тань, смотри. 269? Нет, это 269. Вот мне понравилось. Ну, можно за нее 3000 отдать, реально? 3000? Да ну, 3000. Нафиг надо 3000. Да, подушка. Подушка-хренушка. Не надо не нам на подушки-хренушки. 7000. Нифига себе. Ну да. Пошли туда. Ой. Что-то хорошо, что ничего не... Что-то хорошо, что я ни на что не западаю. Мне ничего не хочется. Правда, вот я сижу просто так, любопытничаю. Нет, надо, знаете, что купить? Надо купить ортопедическую подушку, как Чуев спит. Пойдем ортопедическую. Но здесь нет, конечно, ортопедических. Да? Я в Туапсе купила подушки новые. Приедут ко мне люди жилье снимать, и у них ножи подушки, не обоссанные котом. Нинкиным. А, хорошие подушечки. Давай. Ну пошли, ты что-то мне в тапочки подали. Метры все дорого. Кстати, между прочим, у Саши вот друг покойный, ныне покойный, он поехал в Новокузнецк и к папе, к своему. Папа умер, а через неделю он, жалко ему отца было, тоже помер. В подъезде нашли. Ну, нет, смотри, он поехал, отец у него, мать умерла. Он поехал к отцу. За отцом стал ухаживать. Отец умер. А он через неделю в подъезде тоже мертвым нашли. Не знаю, сердцем что ли. Да, молодой. Достаточно. Вот. И Саша так расстроился. Лампочка. Лампочка. А, так мы здесь были. Мы проходили. А вот, смотри, хрюшка. Год свиньи. Хрюшка. Я даже не знаю, что мне надо. Ой, уже не хочется. Походим уже здесь все на один день. Да, я такие туда тоже купила. Уже что-то уже не хочется. Уже здесь походим. А что нам в один раз твой дом? В следующий раз еще сходим. Что-то. Зачем тебе? Ну там прикольно. Там большой, там игрушки всякие новогодние. Ты спать хочешь? Ну да. Не, да, здесь походим. Пошли, что ты здесь, пошли туда, чего человек не знает. Сейчас сначала там пройдем. Так он сюда ходил, вот этот вот Андрей Лалыкин. И здесь, в общем, он сюда бегал, бегал у него тоже. А потом, а мы в Ашан бегали. Он говорит, говорит, у вас в Ашане дешевле, чем метр. Метр дорого. Может быть, что-то, конечно, есть здесь идешь. Слушай, ну что ж сегодня бутылка так взорвалась? Нифига себе. А если бы вот на столе дети бы сидели? У меня так стакан перед носом разбился. А если бы дети сидели? Нет, а если бутылка у меня это на столе стояла? Я пришла в гости. Это представляешь, вот так вот. И бутылка разлетается с таким яростью. Это могло бы в глаза, стекло. И все, и глаз выбило тебе. Знаешь, как у меня было? Это что-то кто-то на нас посмотрел.
У меня мы были. Не, не кто-то посмотрел. Это какой-то. Знак. Вот послушай, дайте скажу. Нет, не знак. Мы сидели в кафе тогда. А. Верочка, моя сестра, мы на стол накрыли. Я налила себе чай. Он стоял минут 40. Он уже давно был холодный. Вот как понять? Пришла у нас там девочка одна, не буду говорить. Ну, меня вот так смотрела, говорит, ну что, вкусный тут стол, вкусный чай. Она как только сказала, вот прямо около меня вот так разбилась чай. Я просто не подумала, что она может в глаза. Парень только сел за стол, всем в тарелку, ну, слава богу, никому ничего не... Вот это прям стеклянная вот такая чашка, а она прям вдребезг. Мы все перебздели, вот так же перепугались. Я не знаю, как это получилось, что бутылка, и представляешь, я ее положила под стол, закрытую, я под стол ее положила, и она пролетела так этими осколками, что, наверное, мои ноги не задела. А если бы она на столе лежала, эта бутылка, то она вообще глаза могло выбить, это разрезать щеку. Она долго здесь закрыта, девушка? Надолго? А сейчас откроют уже? Да ладно, что тебе? Нет, мне туда надо было, в тот отдел. Что они все отделы, которые мне нужны, закрыли? Непонятно. Может быть, конечно, какая-то бракованная туда закачали это пиво Козел, бракованное. А какая растепление или в холоде? Видишь, бы закрыто было плохо, бракованное. Огурики. Слушай, Таня, а вот здесь вот как это место такое лечо? Как оно там? Лечо болгарское? Да, такая болгарская, да? Какие баночки-то красивые. Вот это я беру вкусную аджику. Аджика. Она тоже только большая такая, мне нравится. Ой, аджика армянская. Ну, они хорошие, зараза, какие вкусные. Нету, да, это болгарская. Вот я в гостях вот такую пробую, именно в железную. Знаешь, как раньше, прям вот по ГОСТу. И она недорогая, по-моему, не знаю. Но она реально вкусная. Как вот раньше, баклажанная. Масло я уже купила на рынке. Там 300 рублей у меня. Саня, масло здесь оливковое. Я там купила, я же тебе говорю, на Драгомиловском за 350 меня делают. Да? Конечно. Я себе там беру. Вот сейчас акция. 500 рублей вот такие у меня были. Нет, не замороженное пиво. Когда приезжала Нина, темненькая, мы купили с ней пиво Козел, но так и не выпили. Оно так и стояло, мы делами занимались. Вот. И оно нормально закрыто было, никто его не открывал. Я из холодильника поставила его вниз. Вот. Я спросила, пиво будем, не будем. Я его под стол поставила. И вдруг взрыв. И бутылки все в дребезги, все разлилось вообще как бомба. И куски этого стекла просто полетели в разные стороны. И котов могли бы задеть, и вообще все. В дребезги, такой грохот, как будто прям взрыв. Кинжутное. У меня папа любит кинжутное масло. Кунжутное. Вкусное. Да, вот это вот масло вкусное. Но оно дорогое, но они все время такое покупают. Бахата едят, бахата. Кунжутное это. Да, оно где-то здесь. Ой. Смотря где, есть я виноградное. Винный уксус вкусный. Так. Ой. Фатьхоль, я пол этого самого, пол ночи золотишко искала.
А потом, когда нашла, стала бриллиантовое кольцо искать, стала коробки все перерывать. А потом вспомнила, что Марине отдала. Хорошо, знаешь, какой? Надо, можно даже вот такую купить, когда небольшую сеть. И вот масло, чтобы не жирно было, вот так вот брызгаешь. Прикольно еще. Какое оно масло? Кунжутное? Кунжутное? Сейчас покажу. Ну где оно? Кунжутное? Да. Его нету тут, его нету. Вот авокадо есть. Грецкий орех есть. Ну. Вот, кстати, чесночная сейчас недорого по акции. Я вот думаю, взять, не взять. Не чесночная? Знаю, она вкусная. Кукурузная. Я люблю вот такое, если брать. Вот есть чайка. Вот тут вот, по-моему, вот кунжутная. Вот она. О, какое дорогое. Кунжутная, смотри. Конопли вот есть. Конопля? Да. Конопленка. Вот, масло, конопленка. Вот 300 рублей. Кунжутная? Она на любить, я не могу. Не, кунжутная хорошая, вот, 300 рублей. Перчик есть, самый вот дорогой вот эти вот. Да? Это вот 309. Вот. А, льняное хорошее, вот оно. Льняное невкусное. Льняное полезное, но невкусное. А я, знаешь, вот мне нравится вот на орехах, вот на косточке винограда я беру. А, вот оно, вот такое хорошее. Вот оно хорошее. У них какое-то полезное, нету этой... Ну надо брать оливки, я не беру вот эти уже такие, ну, подсолнечники. Оливка. Ну а что они туда, только оливку надо. Пошли. Ну да, Саша оливкой любит тоже, я оливкой не люблю, я не люблю. Я люблю пахучее масло, краснодарское. Да, я краснодарский, я люблю пахучее масло на черный хлебушек, соль, чесночок и ешь. Я женщина простая, селедку и картошку, и хвост селедочки мне. Мне все по-простяцки надо. Кунжутное невкусное, горькое. Не, оно вкусное. Мне, а мне Энджи... Ой, смотри-ка, смотри-ка, какой-то чай. Смотри. Чай какой-то, смотри. Оптом дешевле. А Earl Grey? В этом сейчас 100 рублей в пятерочке акция. А здесь? Здесь 159, типа. А. Я тебе говорю, пойдем. Пошли еще там. Пойдем. А, макарошки здесь. А это что? Макароны. Ой. Ой. Ой, не жевала, так не жевала. Ой, народу нет, сколько добра-то. Оливка тоже пахучая. Мне... О, а мне нравится, мы сегодня полили масло пахучее, соль посыпали, о, вкусно-то. Сосед там сегодня обтекал. Давайте покричим. Кто умеет лучше кричать? А, кстати, между прочим, такой крик очень возбуждает. Нет, правда. Вот женщины молчат, а надо мужиков заводить, надо кричать. Хорошо тебе или плохо, знай, кричи. И мужики сразу тащатся. Они прям вообще на 10-м небе от счастья. Ты лежишь и думаешь, что это было? Самое главное, оре. А он думает, что он царь, баба от него тащится, а баба просто так дурку валяет. Не дотрах, надо кричать. Нет, знаете, но другое время тоже бывает иногда невыгодно кричать. Ты будешь кричать просто так, будешь как топор лежать и будешь орать. Мужик подумает, ну все, я на коне. Быстро все чики-брики дела сделал, а ты даже не знаешь, зачем ты сюда пришла. Чики-брики быстро сделал свои дела, отряхнулся. Чики-брики. Ой, духи хороший запах, подтверди, да? Это арабские духи, последний запах. Действительно, духи очень хороший запах.
без этого, без понта. Очень хороший запах. Я вам показывала, какие духи. Марина так говорит: мама, такие тебе дорогие последние духи купила. Тебе понравились? Я говорю, так понравились, что всему интернету понравились. Даже дяде Коле в дверь. Даже в дверь. Даже в дверь дяди Коли стучал, что я, кому помощь нужна, кому? Я говорю, мы все не при делах, это СТС программа, телевизор, там баба орет. Что, говорит, Татьяна, на твой голос похож? Не, я уже давно так не ору. Я как мышка сплю, как мышечка. Вчера весь интернет орал от духов. Вчера все прям как завелись, все во все голоса. О, как хорошо пахнут. Как мне хорошо-то. И мы все тащились. Я думала, мне все. Конец, думаю, интернет сейчас меня вырубит, перекроют. А мы всего лишь навсего духи нюхаем. А это самое, вчера... А, нет, это вчера было на шоу. Это... там момент был такой. Там посмотрите этот... как это? На островах. Как же его фамилия? Это длинный, худой-то, страшный. Как его парень-то такой, который с Марго был? Как его фамилия? Как же его фамилия-то, который с Марго был? Длинный, худой парень. Поет, как это такое? Так он вчера говорит, Пинчук, покричи, меня это возбуждает, покричи. Она, я думаю, что баба, я говорю, кричи так, вот что, учить молодежь надо. Как хорошо. Сорока. Пойдем в твой дом, пожалуйста. Да ну, ты что, я давно, не, уже находились. Не, шляться люблю, но я две ночи, ту ночь я не спала. Ты кричала первое, что нет. Ту ночь я спала, и вчера, полчетвертого, золото искала, я не могла успокоиться. Нет, я сначала золотишко свое нашла, ну вот у меня какой-то хороший кусок мыла, а Саша выложил такой. Ну оно по одному, по 200 рублей можно. 1000 рублей столь мыло стоит? Ну они где-то здесь почему-то дороже, но дешевле. Вот, 1000 рублей мыло, не хрюхрю-мухрю. А вы каким? Смотри, видишь, как люди все отличаются? Один мылом пользуется за 1000 рублей, а другие за 15 копеек моется. О, стресс. Ну, она тут что-то не очень. Что нам в один день? Еще приедем. Да, конечно, она теперь встретится. Что это не встретится? Что это неохота ехать? А вот смотри, что какая. Вот так она полная. Шампунями. Она шампунями. Это не просто так тебе фигли-мегли. В общем, короче говоря, 3 колченогих человека ходят, и нифига никого нет, денег нет. А здесь-то давай проедем. Интересно, швабры, интересно, швабры. Швабры. Ой. Швабры, интересно. Я вообще хотела в этом году в Дубай.